Глава 2. Компоновка, упаковка, развертывание и администрирование приложений и типов. Прежде чем перейти к главам, описывающим разработку программ для Microsoft .NET Framework, давайте обсудим вопросы создания, упаковки и развертывания приложений и их типов. В этой главе акцент сделан на основах создания компонентов, предназначенных исключительно для ваших приложений. В главе 3 рассказано о ряде более сложных, но очень важных концепций, в том числе способов создания и применения сборок, содержащих компоненты, предназначенные для использования совместно с другими приложениями. В этой и следующих главах также показано, как администратор может влиять на исполнение приложений и его типов. Современные приложения состоят из типов, которые создаются самим разработчиком или компанией Microsoft. Помимо этого, процветает целая отрасль поставщиков компонентов, которые используются клиентами, чтобы сократить время на разработку проекта. Типы реализованы при помощи языка, ориентированного на общеязыковую использование. Исполняющую среду CLR, способны легко работать друг с другом. Базовый класс такого типа можно даже написать на другом языке программирования. В этой главе объясняется, как эти типы создаются и упаковываются в файлы, предназначенные для развертывания. В процессе изложения дается краткий исторический обзор некоторых проблем, решенных с приходом .NET Framework. Задача развертывания в .NET Framework. Все годы своего существования операционная система Windows славилась нестабильностью и чрезмерной сложностью. Такая репутация, заслуженная или нет, сложилась по ряду причин. Во-первых, все приложения используют динамически подключаемые библиотеки Dynamic Link Library, DLL, созданные Microsoft и другими производителями. Поскольку приложение исполняет код, написанный разными производителями, ни один разработчик какой-либо части программы не может быть на 100% уверен в том, что точно знает, как другие собираются применять созданный им код. В теории такая ситуация чревата любыми неполадками. Но на практике взаимодействие кодов от разных производителей редко становится источником проблем, так как перед развертыванием приложения тестируют и отлаживают. Однако пользователи часто сталкиваются с проблемами, когда производитель решает обновить поставленную им программу и предоставляет новые файлы. Предполагается, что новые файлы обеспечивают обратную совместимость с прежними программным обеспечением. Но кто за это поручится? Одному производителю, выпускающему обновление своей программы, фактически не под силу заново протестировать и отладить все существующие приложения, чтобы убедиться, что изменения при обновлении не влекут за собой нежелательных последствий. Уверен, что каждый читающий эту книгу сталкивается с той или иной разновидностью проблемы, когда после установки нового приложения нарушалась работа одной или нескольких из установленных ранее программ. Эта проблема получила название от DLL. Подобная уязвимость вселяет ужас в сердца и умы обычных пользователей компьютеров. В конечном итоге пользователи должны как следует обдумать, стоит ли устанавливать новое программное обеспечение на их компьютер. Что касается меня, то я решил вовсе не пробовать устанавливать некоторые приложения из-за опасения, что они нанесут вред наиболее важным для меня программам. Второй фактор, повлиявший на репутацию Windows, сложил сложности при установке приложений. Большинство приложений при установке умудряются просочиться
во все части операционной системы. Например, при установке приложения происходит копирование файлов в разные каталоги, модификация параметров реестра, установка ярлыков и ссылок на рабочий стол, в меню «Пуск» и на панель быстрого запуска. Проблема в том, что при приложении это не одиночная изолированная сущность. Нельзя легко и просто создать резервную копию приложения, поскольку кроме файлов приложения придется скопировать соответствующие части реестра. Вдобавок нельзя просто взять и переместить приложение с одной машины на другую. Для этого нужно запустить программу установки еще раз, чтобы корректно скопировать все файлы и параметры реестра. Наконец, приложение не всегда просто удалить. Часто остается неприятное ощущение, что какая-то его часть затаилась где-то внутри компьютера. Третий фактор – безопасность. При установке приложения записывается множество файлов, созданных самыми разными компаниями. Вдобавок, многие веб-приложения, например, ActiveX, зачастую содержат программный код, который сам загружается из интернета, о чем пользователи даже не подозревают. На современном уровне технологий такой код может выполнять любые действия, включая удаление файлов и рассылку электронной почты. Пользователи справедливо опасаются устанавливать новые приложения из-за угрозы потенциального вреда, который может быть нанесен их компьютером. Для того, чтобы пользователи чувствовали себя спокойнее, в системе должны быть встроенные функции защиты, позволяющие явно разрешать или запрещать доступ к системным ресурсам, коду, созданному теми или иными компаниями. Как показано в этой и следующих главах, платформа .NET Framework устраняет от DLL и делает существенный шаг вперед к решению проблемы, связанной с распределением данных приложения по всей операционной системе. Например, в отличие от модели COM, компонентам больше не требуется хранить свои параметры в реестре. К сожалению, в приложении пока еще требуются ссылки и ярлыки. Совершенствование системы защиты связано с новой моделью безопасности платформы .NET Framework «Безопасность доступа на уровне кода» (Code Access Security). Если безопасность системы Windows основана на идентификации пользователя, то безопасность доступа к коду на правах, которые контролируются хостом приложений, загружающих компоненты. Такой хост приложения, как Microsoft Silverlight, может предоставить совсем немного полномочий загруженному программному коду, в то время как локально установленное приложение во время своего выполнения может иметь уровень полного доверия со всеми полномочиями. Как видите, платформа .NET Framework представляет пользователям намного больше возможностей по контролю над тем, что устанавливается и выполняется на их машинах, чем когда-либо давали им системы Windows. Компоновка типов модуль. В этом разделе рассказывается, как превратить файл, содержащий исходный код с разными типами, в файл, пригодный для развертывания. Для начала рассмотрим следующее простое приложение. Public CLI Class Program, Public Static Void Main, System Console, WriteLine High. Короче, выводит в консоль слово high. Здесь определен тип программ с единственным статическим открытым методом main. Внутри метода main находится ссылка на другой тип System Console. Этот тип разработан в компании Microsoft, и его программный код на языке IL, реализующий его метод, находится в файле mscoredip.dll. Таким образом, данное приложение определяет собственный тип, а также использует тип, созданный другой компанией.
Для того, чтобы скомпилировать это приложение, например, сохраните этот код файла program.ks, а затем наберите в командной строке следующее: ksexy program.exit и xrmscorelib.dll program.cs. Эта команда указывает компилятору C# создать исполняемый файл program.exe. Имя задано параметром out program.exe, тип создаваемого файла консольное приложение Win32. Тип задан параметром t, то есть target, .exe. При обработке файла с исходным кодом компилятор C# обнаруживает ссылку на метод readline типа systemConsole. На этом этапе компилятор должен убедиться, что этот тип существует, у него есть метод WriteLine. Компилятор также проверяет, чтобы типы аргументов, представляемых программой, совпадали с ожидаемыми типами метода WriteLine. Поскольку тип не определен в исходном коде на C#, компилятору C# необходимо передать набор сборок, который позволяет ему разрешить все ссылки на внешние типы. В показанной команде параметр R references mscorelib.dll приказывает компилятору ввести поиск внешних типов сборки, идентифицируемой файлом mscorelib.dll. Это особый файл в том смысле, что в нем находятся все основные типы byte, char, string, int32 и т.д. В действительности эти типы используются так часто, что компилятор C# ссылается на эту сборку автоматически. Другими словами, следующая команда не опущен параметр dropr даст тот же результат, что и предыдущая: ks.exe dropout program.exe t.exe program.ks. Более того, поскольку значения, заданные параметрами командной строки outprogram.exe и t.exe, совпадают со значениями по умолчанию, следующая команда дает аналогичный результат: ksc.exe program.ks. Само собой, в командной строке надо сначала дойти до файла ks.csc.exe в каталоге .NET Framework, в каталоге Visual Studio, короче. Если по какой-то причине вы не хотите, чтобы компилятор C# ссылался на сборку mscorelib, используйте параметр nostdlib. В компании Microsoft задействует именно этот параметр при компоновке сборки mscorelib.dll, например, во время исполнения следующей команды: при компиляции файла program.cs генерируется ошибка, поскольку тип systemConsole определен в сборке mscorelib.dll. csc.exe, а в program.exe, t.exe, novelstbuild program.cs. То есть выдаст компилятор ошибку. А теперь присмотримся поближе к файлу program.exe, созданному компилятором C#. Что он из себя представляет? Для начала это стандартный файл в формате PE, Portable Executable. Это значит, что машина, работающая под управлением 32 или 64 разрядной версии Windows, способна загрузить этот файл и что-нибудь с ним сделать. Система Windows поддерживает два типа приложений: с консольными, Console User Interface, CUI, и графическими пользовательскими интерфейсами, Graphic User Interface, GUI.
Параметр t.exe указывает компилятору C-Sharp создать консольное приложение. Для создания приложения с графическим интерфейсом необходимо указать параметр t.win.exe. Файл параметров. В завершение рассказа о параметрах компилятора хотелось бы сказать несколько слов о файлах параметров response files. Текстовых файлах, содержащих набор параметров командной строки для компилятора. При выполнении компилятора csc.exe открывается файл параметров и используется все указанные в нем параметры, как если бы они были переданы в соответствии в составе командной строки. Файл параметров передается компилятору путем указания его в командной строке с помощью с префиксом собака. Например, пусть есть файл параметров myproject.rsp со следующим текстом out myproject.exe target.win.exe. Для того, чтобы компилятор csc.exe использовал эти параметры, необходимо вызвать файл следующим образом. csc.exe собака myproject.rsp код файл 1.ks код файл 2.ks. Эта строка сообщает компилятору C-Sharp имя выходного файла и тип скомпилированной программы. Очевидно, что файлы параметров исключительно полезны, так как избавляют от необходимости вручную вводить все аргументы командной строки каждый раз при компиляции проекта. Компилятор C-Sharp поддерживает работу с несколькими файлами параметров. Помимо явно указанных в командной строке файлов, компилятор автоматически ищет файлы с именем csc.rsp в текущем каталоге. Поэтому относящиеся к проекту параметры нужно указывать именно в этом файле. Компилятор также проверяет каталог с файлом csc.exe на наличие глобального файла параметров csc.rsp, в котором следует указывать параметры, относящиеся ко всем проектом. В процессе своей работы компилятор объединяет параметры из всех файлов и использует их. В случае конфликтующих параметров в глобальных и локальных файлах предпочтение отдается последним. Кроме того, любые явно заданные в командной строке параметры имеют более высокий приоритет, чем указанные в локальных файлах параметры. При установке платформы .NET Framework по умолчанию глобальный файл csc.rsp устанавливается в каталог System.root Microsoft .NET Framework в XXX, DXXX, версии установленной платформы .NET Framework версия 4.0. Это файл содержит следующий параметр. Этот файл содержит параметры командной строки, которые компилятор C-Sharp командной строки CSC будет обрабатывать в каждом сеансе компиляции, если только не задан параметр noconfig. Ссылка на стандартные библиотеки Framework R Accessibility DLL, Microsoft CS, C-Sharp, C-Sharp, System Configuration DLL, System Configuration Install DLL, ну и так далее. В глобальном файле csc.rsp есть ссылки на все перечисленные сборки, поэтому нет необходимости указывать их явно с помощью параметра references. Этот файл параметров исключительно удобен для разработчиков, так как позволяет использовать все типы и пространства имен
определенные в различных опубликованных компанией Microsoft сборках, не указывая их все явно с применением параметра reference. Ссылки на все эти сборки могут немного замедлить работу компилятора, но если в исходном коде нет ссылки на типы или члены этих сборок, это никак не сказывается ни на результирующие файлы, ни на результирующем файле сборки, ни на производительности его выполнения. Примечание. При использовании параметра референса для ссылки на какую-либо сборку можно указать полный путь к конкретному файлу. Однако, если такой путь не указан, компилятор будет искать нужный файл в следующих местах в указанном порядке. Рабочий каталог, каталог, содержащий файл самого компилятора CSCX, библиотека mscorelib.dll, всегда извлекается из этого каталога. Путь к нему имеет примерно следующий вид: System.root, Microsoft.net, Framework, v4.0. Все каталоги, указанные с использованием параметра lib компилятора, все каталоги, указанные в переменной окружения lib. Конечно, вы вправе добавлять собственные параметры в глобальный файл csc.rsp, но это сильно усложняет репликацию среды компоновки на разных машинах. Приходится помнить про обновление файла csc.rsp на всех машинах, используемых для сборки приложения. Можно также дать компилятору команду игнорировать как локальный, так и глобальный файл csc.rsp, указав в командной строке параметр новый config. Несколько слов о метаданных. Что же именно находится в файле program.exe? Управляемый PE-файл состоит из четырех частей: заголовка PE32+, заголовка CLR, метаданных и кода на промежуточном языке Intermediate Language. Заголовок PE32+ хранит стандартную информацию, ожидаемую Windows. Заголовок CLR – это небольшой блок информации, специфичный для модулей, требующих CLR управляемых модулей. В него входит старший и младший номер версии CLR, для которой скомпонован модуль, ряд флагов и маркер method def. О нем чуть позже. Указывающий метод точки входа в модуль. Если это исполняемый CUI или GUI файл, а также необязательную сигнатуру строгого имени. Она рассмотрена в главе 3. Наконец, заголовок содержит размер и смещение некоторых таблиц метаданных, расположенных в модуле. Для того, чтобы узнать точный формат заголовка CLR, изучите структуру image core 20 header, определенную в файле core.hdr.h. Метаданные – это блок двоичных данных, состоящий из нескольких таблиц. Существует при категории таблиц, определений, ссылок и манифестов. В таблице 2.1 приводится описание некоторых наиболее распространенных таблиц определений, существующих в блоке метаданных модуля. Таблица 2.1 – общие таблицы определения входящих метаданные. Имя таблицы определений и описание. Модуль def всегда содержит одну запись, идентифицирующую модуль. Запись включает имя файла, модуля с расширением без указания пути к файлу и идентификатор версии модуля в виде созданного компилятором значения GUID. Это позволяет переименовать файл, не теряя сведений о его исходном имени. Однако
настоятельно рекомендуется не переименовывать файл, иначе среда CLR может не найти сборку во время выполнения. TypeDef содержит по одной записи для каждого типа, определенного в модуле. Каждая запись включает имя типа, базовый тип, флаги сборки, public, private, td и указывает на записи таблицы method def, property def и event def, содержащие соответственно сведения о методах, свойствах и событиях этого типа. Method def содержит по одной записи для каждого метода, определенного в модуле. Каждая строка включает имя метода, флаги, private, public, virtual, abstract, static, final и т.д. Сигнатуру и смещение в модуле, по которому находится соответствующий IL-код. Каждая запись также может сосылаться. Ссылаться на запись в таблице param.dev, где хранятся дополнительные сведения о параметрах метода. Field.dev содержит по одной записи для каждого поля, определенного в модуле. Каждая запись состоит из флагов, например, private, public, td и типа поля. Param.dev содержит по одной записи для каждого параметра, определенного в модуле. Каждая запись состоит из флагов in, out, ritual и т.д. типа и имени. Property.dev содержит по одной записи для каждого свойства определенного модуля. Каждая запись включает имя флага, имя, флаги, тип и вспомогательное поле. Оно может быть пустым. Event.dev содержит по одной записи для каждого события определенного в модуле. Каждая запись включает имя и флаги. Для каждой сущности, определяемой в компилируемом исходном тексте, компилятор генерирует строку в одном из таблиц, перечисленных в таблице 2.1. В ходе компиляции исходного текста компилятор также обнаруживает типы, поля, методы, свойства и события, на которые имеются ссылки в исходном тексте. Все сведения о найденных сущностях регистрируются в нескольких таблицах ссылок, составляющих метаданные. В таблице 2.2 показаны некоторые наиболее распространенные таблицы ссылок, которые входят в состав метаданных. Таблица 2.2 – общая таблица ссылок, входящие в метаданные. Ассамблея ref содержит по одной записи для каждой сборки, на которую ссылается модуль. Каждая запись включает сведения, необходимые для привязки к сборке, ее имя без указания расширения пути, номер версии, региональные стандарты и маркер открытого ключа. Обычно это необходимый хэш, созданный на основе открытого ключа издателя, идентифицирующий издателя сборки, на который ссылается модуль. Каждая запись также содержит несколько флагов и хэш. Этот хэш служит контрольной суммой битов, составляющих сборку, на которую ссылается код. Среда CLR полностью игнорирует этот хэш и, вероятно, будет игнорировать его в будущем. Модуль ref содержит по одной записи для каждого PE модуля, реализующего типы, на которые он ссылается. Каждая запись включает имя файла сборки и его расширения без указания пути. Эта таблица служит для привязки модуля, вызывающей сборки, к типам, реализованным в других модулях. TypeRef содержит по одной записи для каждого типа, на который ссылается модуль. Каждая запись включает имя типа и ссылку, по которой может его найти. Если этот тип реализован внутри другого типа, запись содержит ссылку на соответствующую запись таблицы TypeRef. Если тип реализован в том же модуле, приводится ссылка на запись таблицы модуль dev. Если тип реализован в другом модуле, вызывающей сборки, приводится ссылка на запись таблицы модуль ref. Если тип реализован в другой сборке, приводится ссылка на запись в таблице ассамблеи ref.
модули Member Ref содержит по одной записи для каждого члена. Поле метода также свойства или метода события, на который ссылается модуль. Каждая запись включает имя и сигнатуру члена и указывает на запись таблицы TypeRef, содержащую сведения о типе, определяющем этот член. На самом деле таблиц метаданных намного больше, чем показано в этих таблицах. Я просто хотел создать у вас представление об информации, на основании которой компилятор создает метаданные. Ранее уже упоминалось о том, что в состав метаданных входят также таблицы манифестов. О них мы поговорим чуть позже. Метаданные, управляемого PE-файлом, можно изучать при помощи различных инструментов. Лично я предпочитаю ildasm.exe, дизассемблер языка IL, для того, чтобы увидеть содержимое таблиц метаданных, выполните следующую команду ildasm.program.exe. Запустится файл ildasm.exe и загрузится сборка программы Exe. Для того, чтобы вывести метаданные в читабельном виде, выберите в меню команду View MetaInfo Show и нажмите клавишу Ctrl-M. В результате появится следующая информация. Scope Name Program Exe, MVID, Global Function, Global Fields, Global Member Ref, TypeDef, TypeDef Name Program, Flag, Public Auto Layout Class, CLED, Anti-Class, Before Field Init, Extends, TypeRef, System Object, Method 1, Enter Point, Method Name Main, Flags, Public Static Hide by Sig, Use Slot, RVA какая-то, Input Flags, IL, Managed, call cnvin10 default return type void no arguments method 2 method name store sitor flags public bla 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 void type ref token resolution scope Type ref name system object, member ref 1 какой-то, здесь return type void, no arguments, type ref, ref name system, runtime configure service, compilation lag site once attribute. Токены, ассамблеи, программ, паблики, версия, версия, local null, flux null, custom attribute, custom attribute, Wrap non exe caption source что-то. User string 701 двоеточие 2 L high. Это все. Call symbol name overhead 0. К счастью, ildasm самостоятельно обрабатывает таблицы метаданных, комбинирует информацию, поэтому пользователю не приходится заниматься синтетическим разбором необработанных табличных данных. Например, в приведенном фрагменте видно, что показывая строку таблицы TypeDef, ildasm выводит
перед первой записью таблицы TypeRef определение соответствующего члена. Не обязательно понимать, что означает каждая строка этого дампа. Важно запомнить, что программа Exe содержит в таблице TypeDef описание типа программ. Этот тип идентифицирует открытый изолированный класс, производный от SystemObject. То есть это ссылка на тип из другой сборки. Тип программ также определяет два метода main и .sitor конструктор. Метод main – это статически открытый метод, чей программный код представлен на языке IL, а не в машинном кодах процессора, например, x86. Main возвращает тип void и принимает единственный аргумент args – массив значений с типа string. Метод конструктор всегда отображен, джаймы под именем .sitor является открытым его код, также записан на языке IL. Тип возвращаемого значения конструктора void. У него нет аргументов, но есть указатель sys, ссылающийся на область памяти, в которой должен создаваться экземпляр объекта при вызове конструктора. Я настоятельно рекомендую вам поэкспериментировать с дизассемблером ildasm. Он предоставляет массу сведений, и чем лучше вы в них разберетесь, тем быстрее изучите общеязыковую исполняющую среду CLR и ее возможности. В этой книге еще раз будет использоваться дизассемблер ildasm. Ради забавы посмотрим на некоторую статистику сборки программ .exe. Выбрав меню программы ildasm команду use statistics, увидим следующее: file size, phsize, pnetinfo, numov, psection, clr, header size, size info, метод headers, manage code data, counted, name of PS section, text, cell, block, cellular method size, module type def, type ref, method def, custom attribute, assembly, assembly ref, strings, blots, user string, body, on categorize, cellular method headers, Numov метод bodies, numov flat headers, tiny headers, manage code, v method size. Здесь можно видеть как размеры самого файла в байтах, так и размеры его составляющих частей в байтах и процентах от размера файла. Приложение программ CS очень маленькое, поэтому большая часть его файлов занята заголовком PE и метаданными. Фактически ил-код занимает всего 18 байт. Конечно, чем больше размер приложения, тем чаще типы и ссылки на другие типы и сборки используются повторно. Поэтому размеры метаданных и данных заголовка существенно уменьшаются по отношению к общему размеру файла. Примечание. Кстати, в ildasm.exe есть жучок, искажающий отображаемую информацию о размере файла. В частности, нельзя доверять сведениям в строке unaccounted. Объединение модулей для создания сборки. Файл program.exe – это не просто PE-файл с метаданными, а еще и сборка ассамблей, то есть коллекция из одного или нескольких файлов с определениями типов и файлов ресурсов. Один из файлов сборки выбирают для хранения ее манифеста. Манифест – это еще один набор таблиц метаданных, которые в основном содержат имена файлов, составляющих сборку.
Кроме того, эти таблицы описывают версию и региональные стандарты сборки, и издатели общедоступные экспортируемые типы, а также все составляющие сборку файла. CLR работает со сборками, то есть сначала CLR всегда загружает файл с таблицами метаданных манифеста, а затем получает из манифеста имена остальных файлов сборки. Некоторые характеристики сборки стоит запомнить. В сборке определены многократно используемые типы, сборка помечена номером версии, со сборкой может быть связана информация о безопасности. У отдельных файлов сборки, кроме файла с таблицами метаданных манифеста, таких атрибутов нет. Чтобы упаковать типы и сделать их доступными, а также обеспечить безопасность типов и управление их версиями, нужно поместить типы в модули, объединенные в сборку. Чаще всего сборка состоит из одного файла, как приложение program.exe в рассмотренном примере, но могут быть и сборки из нескольких файлов, PE-файлов с метаданными и файлов ресурсов, например, GIF или JPG-файлов. Наверное, проще представлять себе сборку как логический .exe или .dll-файл. Уверен, многим читателям интересно, зачем компании Microsoft понадобилось вводить новое понятие сборка. Дело в том, что сборка позволяет разграничить логическое и физическое понятие многократно используемых типов. Допустим, сборка состоит из нескольких типов, при этом типы, применяемые чаще всех, можно поместить в один файл, а применяемые реже в другой. Если сборка развертывается путем загрузки через интернет, клиент может вовсе не загружать файл с редко используемыми типами, если он никогда их не задействует. Например, независимый поставщик ПО, Independent Software Vendor, ИСВ, специализирующийся на разработке элементов управления пользовательского интерфейса, может реализовать в отдельном модуле активно используемый тип Accessibility, необходимый для соответствия требования логотипа Microsoft. Загружать этот модуль достаточно лишь тем, кому нужны специальные возможности. Можно настроить приложение так, чтобы оно загружало файлы сборки, определив его конфигурационном файле элемент codebase. Смотри, там главу 3. Этот элемент идентифицирует URL-адрес, по которому можно найти все файлы сборки. При попытке загрузить файл сборки CLR, получает URL из элемента codebase и проверяет наличие нужного файла в локальном кэше загруженных файлов. Если он там есть, то он загружается. Если нет, CLR использует для загрузки файла в кэш URL адрес. Если не удается найти нужный файл, CLR генерирует исключение fail not found exception. У меня есть три аргумента в пользу применения многофайловых сборок. Можно распределить типы по нескольким файлам, допуская избирательную загрузку необходимых файлов из интернета, а также частично упаковать и развертывать типы, варьируя функциональность приложения. Можно добавлять к сборке файлы с ресурсами и данными, допустим, имеется тип для расчета некоторой страховой суммы, ему может потребоваться доступ к актуарным таблицам. Вместо встраивания актуарных таблиц в исходный текст можно включить соответствующий файл с данными в состав сборки, например, с помощью компоновщика сборок alt.exe, который рассмотрен далее. Можно включать в сборке данные в любом формате, в текстовом виде таблиц Microsoft Excel или Microsoft Word, а также в любом другом или при условии, что приложение способно анализировать содержимое этого файла.
Можно создавать сборки, состоящие из типов, написанных на разных языках программирования. При компиляции исходный текст на языке C-Sharp компилятор создает один модуль, а при компиляции исходного текста на Visual Basic другой. Одна часть типов может быть написана на C-Sharp, другая на Visual Basic, остальные на других языках программирования. Затем при помощи соответствующих инструментов все эти модули можно объединить в одну сборку. Использующие такую сборку разработчики увидят в ней лишь набор типов. Разработчики даже не заметят, что применялись разные языки программирования. Кстати, при желании с помощью ildasm.exe можно получить файлы с исходным текстом всех модулей на языке IL. После этого можно запустить утилиту ildasm.exe и передать ей полученные файлы, и утилита выдаст файл, содержащий все типы. Для этого компилятор исходного текста должен генерировать только IL-код, поэтому эту методику нельзя использовать с Visual C++. Внимание! Подводя итог, можно сказать, что сборка – это единица многократного использования управления версиями и безопасности типов. Она позволяет распределять типы и ресурсы по отдельным файлам, чтобы ее пользователи могли решить, какие файлы упаковывать и развертывать вместе. Загрузив файл с манифестом, среда CLR может определить, какие файлы сборки содержат типы и ресурсы, на которые ссылаются приложения. Любому потребителю сборки достаточно знать лишь имя файла, содержащего манифест, после чего он сможет, не нарушая работы приложения, абстрагироваться от особенностей распределения содержимого сборки по файлам, которые со временем может меняться. При работе со многими типами, совместно использующими одну версию и набор параметров безопасности, по соображениям производительности рекомендуется размещать все типы в одном файле, не распределяя их по нескольким файлам, не говоря уж о разных сборках. На загрузку каждого файла или сборки CLR и Windows тратит значительное время на поиск сборки, ее загрузку и инициализацию. Чем меньше файлов и сборок, тем быстрее загрузка, потому уменьшение числа сборок способствует сокращению рабочего пространства и степени фрагментации адресного пространства процесса. Ну и наконец, ngen.exe лучше оптимизирует код, если обрабатываемый файлы больше по размеру. Чтобы скомпоновать сборку, нужно выбрать один из PE-файлов, который станет хранителем манифеста. Можно также создать отдельный PE-файл, в котором не будет ничего, кроме манифеста. В таблице 2.3 перечислены таблицы метаданных манифеста, наличие которых превращает управляемый модуль в сборку. Assembly Dev состоит из единственной записи. Если модуль идентифицирует сборку, запись включает имя сборки без расширения и пути сведения версии, старший и младший номер версии, номер компоновки и редакции, региональные стандарты, флаги, хэш-алгоритм и открытый ключ издателя. Это поле может быть пустым, null. Field dev содержит по одной записи для каждого PE-файла и файла ресурсов, входящих в состав сборки. В каждой записи содержится имя и расширение файла без указания пути, хэша, флаги. Если сборка состоит из одного файла, таблица файл dev пуста. Манифест ресурс dev содержит по одной записи для каждого ресурса, включенного в сборку. Каждая запись включает имя ресурса, флаги, public или private, а также индекс для таблицы fieldDev, указывающий файл или поток с ресурсом. Если ресурс не является отдельным файлом, JPEG или GIF, он хранится в виде потока в составе PE-файла. В случае встроенного ресурса запись также содержит смещение, указывающее начало потока ресурсов PE-файл. Экспорт
Exported Types Dev содержит записи для всех открытых типов, экспортируемых всеми PE модулями сборки. В каждой записи указано имя типа, индекс для таблицы файл dev, указывающий файл сборки, в котором реализован этот тип, а также индекс для таблицы TypeDev. Манифест позволяет потребителям сборки абстрагироваться от особенностей распределения ее содержимого и делает сборку самоописываемой. Обратите внимание, что в файле, который содержит манифест, находится также информация о том, какие файлы составляют сборку, но отдельные файлы не знают, что они включены в сборку. Примечание. Файл сборки, содержащий манифест, содержит также таблицу AssemblyRef. В ней хранятся записи с описанием всех сборок, на которые ссылаются файлы данной сборки. Это позволяет инструментам, открыв манифест сборки, сразу увидеть весь набор сборок, на которые ссылается эта сборка, не открывая другие файлы сборки. И в этом случае данные AssemblyRef призваны сделать сборку самоописываемой. Компилятор C-Sharp создает сборку, если указан любой из параметров командной строки .t.exe, win.exe или t.library. Каждый из этих параметров заставляет компилятор генерировать единый PE-файл с таблицами метаданных манифеста. В итоге генерируется, соответственно, консольное приложение, приложение с графическим интерфейсом или DLL-файл. Кроме этих параметров, компилятор C-Sharp поддерживает параметр target модуль, который заставляет компилятор создать PE-файл без таблиц метаданных. При использовании этого параметра всегда получается DLL-файл в формате PE. Для того, чтобы получить доступ к типам такого файла, его необходимо поместить в сборку. При указании параметра tModule компилятор C-Sharp по умолчанию присваивает выходному файлу расширение .netModule. Внимание! К сожалению, в интегрированной среде разработки Integrated Development Environment IDE Microsoft Visual Studio нет встроенной поддержки создания многофайловых сборок. Для этого приходится использовать инструмент командной строки. Та-та-там. Может, сейчас уже есть. Существует несколько способов добавления модуля в сборку. Если PE-файл с манифестом собирается при помощи компилятора C-Sharp, можно применить параметр ADD-модуль. Для того, чтобы понять, как создать многофайловые сборки, рассмотрим пример. Допустим, есть два файла с исходным текстом. Файл rat.cs содержит редко используемый тип. Файл fat.cs содержит часто используемый тип. Скомпилируем редко используемые типы в отдельный модуль, чтобы пользователи сборки могли отказаться от развертывания этого модуля, если содержащийся в нем тип им не нужен. cs tModule rat.cs. Команда заставляет компилятор C-Sharp создать файл rat.net.module, который представляет собой стандартную PE-библиотеку DLL, но среда CLR не сможет просто загрузить ее. Теперь скомпилируем в отдельном модуле часто используемый тип и сделаем его хранителем манифеста сборки, так как к расположенным в нем типам обращаются довольно часто. Фактически теперь этот модуль представляет собой целую сборку, поэтому я изменил имя выходного файла с fat.dll на jftypes.dll. csc out jftypes.dll tlibrary addModule rat.netModule fat.cs. Эта команда приказывает компилятору C-Sharp при компиляции файла fat.cs
создать файл jeff-types.dll, поскольку указан параметр t-library, результирующий vf-файл dll с таблицами метаданными манифеста называется jeff-types.dll. Параметр add модуля rad.netmodule указывает компилятору, что файл rad.netmodule должен быть частью сборки. В частности, параметр add модуля заставляет компилятор добавить к таблице файл dev в метаданных манифеста сведения об этом файле, а также занести в таблицу exported types dev сведения об открытых экспортируемых типах этого файла. Завершив работу, компилятор создаст несколько файлов. Модуль справа содержит манифест root.netmodule, ill-код, сгенерированный при компиляторе rad.ks, метаданные, типы метода, типы метода и другие сущности, определенные в rad.cs, типы метода и другие сущности, на которые ссылается rad.cs. jeff-types.dll, ill-код, сгенерированный при компиляции fat.cs, метаданные, типы метода и другие сущности, определенные в fat.cs, также на которые ссылается fat.cs, манифест, файл сборки jeff-types.dll и rad.netmodule, открытые файлы сборки jeff-types.dll и rad.netmodule. Многофайловая сборка из двух управляемых модулей и манифеста. Файл rad.netmodule содержит ill-код, сгенерированный при компиляции rad.cs. Кроме того, этот файл содержит таблицы метаданных, описывающие типы, методы, поля, свойства, события и т.п., определенные в rad.cs, а также типы метода и другие, на которые ссылается. jeff-types.dll – это отдельный файл, подобный rad.netmodule. Он включает ill-код, сгенерированный при компиляции fat.cs, а также аналогичные метаданные в виде таблиц, определений и ссылок. Однако jeff-types.dll содержит дополнительные таблицы метаданных, которые делают его сборкой. Эти дополнительные таблицы описывают все файлы, составляющие сборку, сам файл jeff-types.dll и rad.netmodule. Таблицы метаданных манифеста также включают описание всех открытых типов, экспортируемых файлами jeff-types.dll и rad.netmodule. Примечание. На самом деле в таблицах метаданных манифеста не описаны типы, экспортируемые PE-файлом, в котором находится манифест. Цель этой оптимизации – уменьшить число байт, необходимое для хранения данных манифестов в PE-файле. Таким образом, утверждение вроде таблицы метаданных манифеста включает все открытые типы, экспортируемые jeff-types.dll и rad.netmodule, верны лишь отчасти. Однако это утверждение абсолютно точно отражает логический набор экспортируемых типов. Скомпилировав сборку jeff-types.dll, можно изучить ее таблицы метаданных манифеста при помощи ildasm.exe, чтобы убедиться, что файл сборки действительно содержит ссылки на типы,
из файла rad.net модуля, если скомпилировать этот проект и затем проанализировать его метаданные при помощи утилиты ildasm.exe, в выводимой информации вы увидите таблицы fieldDev и exportedTypesDev. Они выглядят следующим образом. Field token name rad.net module. Hashvalue blood. Flux contains metadata. Exported types. Token name array use types. Commented token, type dev token, flux, public to layout, class select, and c class before read field init. Из этих сведений видно, что rad.net модули — это файл, который считается частью сборки с маркером 0x26000001. Таблица Exported Types показывает наличие открытого экспортируемого типа A Rarely Used Type. Этот тип помечен маркером реализации Implementation Token 0x26000001, означающим, что ил-код этого типа находится в файле rad.net модуля. Примечание. Для любопытных, размер маркеров метаданных 4 байта. Старший байт указывает тип маркера 0x01 type ref, 0x02 type dev, 0x26 file ref, 0x27 exported type. Полный список типов маркеров смотреть по перечисленном типе core token type в заголовочном файле core.hdr.h из .NET Framework SDK. При младших байта, 3 младших байта маркера просто идентифицирует запись в соответствующей таблице метаданных, например, маркер реализации 0x26000001 ссылается на первую строку таблицы файл ref. Нумерация строк начинается с единицы, а не с нуля. Кстати, typedef нумерация строк начинается с двух. Любой клиентский код, использующий тип сборки jeff-types.dll, должен компоноваться с указанием параметра компилятора r reference jeff-types.dll, который заставляет компилятор загрузить сборку jeff-types.dll и все файлы, перечисленные в ее таблице fieldDev. Компилятору необходимо, чтобы все файлы сборки были установлены и доступны. Если бы мы удалили файл rad.net модуля, компилятор C-Sharp сгенерировал бы следующее сообщение в ошибке. Total error cs009 metadata file c.jettypes.dll could not be open error importing module rad net module of assembly c .jettypes.dll the system cannot find the file specified. Это означает, что при компоновке новой сборки должны присутствовать все файлы, на которые она ссылается. Во время исполнения клиентских код вызывает разные методы. При первом вызове некоторого метода среда CLR определяет, на какие типы он ссылается, как, например, возвращаемое значение или локальную переменную. Далее CLR пытается загрузить из сборки, на который ссылается код файл с манифестом. Если этот файл описывает типы, с которым обращается вызванный метод, обрабатывают внутренние механизмы CLR, и нужные типы становятся доступными.
Если в манифесте указано, что нужный тип находится в другом файле, CLR загружает этот файл, и внутренние механизмы CLR обеспечивают доступ к данному типу. CLR загружает файл сборки только при вызове метода, ссылающегося на расположенный в этом файле тип. Это значит, что наличие всех файлов сборки, на которые ссылается приложение для его работы, не обязательно. Добавление сборки в проект в среде Visual Studio. Если проект создается в среде Visual Studio, необходимо добавить в проект все сборки, на которые он ссылается. Для этого откройте окно Solution Explorer, щелкните правой кнопкой мыши на проекте, на который нужно добавить ссылку, и выберите команду ATD References. Откроется диалоговое окно ATD References. Для того, чтобы добавить в проект ссылки на сборку, выберите ее в списке. Если в списке нет нужной сборки, то для того, чтобы ее найти, файл с манифестом, щелкните на кнопке Browse. Вкладка COM в диалоговом окне ADD Reference позволяет получить доступ к неуправляемому COM-серверу из управляемого кода через класс представитель, автоматически генерируемый Visual Studio. Вкладка Project служит для добавления в текущий проект ссылки на сборки, созданные в другом проекте этого же решения. Чтобы сборки отображались в списке на вкладке .NET, добавьте в реестр подраздел KK Local Machine Software Microsoft .NET Framework Assembly Folders MyLibName. MyLibName – это созданное разработчиком уникальное имя. Visual Studio его не отображает. Создав такой подраздел, измените его строковое значение по умолчанию, чтобы оно указывало на каталог, в котором хранится файл сборки, например, C Program Files MyLibPass. Так, это диалоговое окно ADD Reference Visual Studio. Использование утилиты Assembly Linker. Вместо компилятора C-Sharp для создания сборки можно задействовать компоновщик сборок Assembly Linker alt.exe. Эта утилита оказывается кстати, если нужно создавать сборки из модулей, скомпонованных разными компиляторами. Если компилятор языка не поддерживает параметр, эквиваленты параметру ADD модуля из C-Sharp, а также в случае, когда требования к упаковке сборки на момент компоновки просто неизвестны. Утилита alt.exe пригодна для компоновки сборок, состоящих исключительно из ресурсов или сопутствующих сборок к ним. К ним мы еще вернемся. Которые обычно используются для локализации ПО. Утилита alt.exe может генерировать файлы формата .exe или .dlpe, которые не содержат ничего, кроме манифеста, описывающего типы из других модулей. Чтобы понять, как работает alt.exe, скомпонуем сборку jftypes.dll по-другому. cst модули rad.cs, cst модули fat.cs, all all out jftypes.dll, tlibrary.fat.netModule, rad.netModule. Файлы, генерируемые в результате исполнения этих команд, показаны на рисунке 2.3. В этом примере два из трех отдельных модулей rad.netModule и fat.netModule с сборками не являются, так как не содержат таблицы метаданных манифеста. Третий же jftype.dll. Это небольшая библиотека PEDLL, поскольку она скомпилирована с параметром target library, в которой нет ill-кода, а только таблицы метаданных манифеста, указывающие, что файлы jftypes.dll, rad.netModule и fat.netModule входят в состав сборки.
Результатующая сборка состоит из трех файлов JFTable, RATNET модуля и FATNET модуля, так как компоновщик сборок не умеет объединять несколько файлов в один. Ну, вот у нас картиночка. Где только метаданные содержат, а это файл манифест. Утилита all.exe может генерировать консольные PE-файлы и PE-файлы с графическим интерфейсом с помощью параметра target.exe 2000.exe или target.win.exe. Однако это довольно необычно, поскольку означает, что будет сгенерирован исполняемый PE-файл, содержащий не более ил-кода, чем нужно для вызова метода из другого модуля. Можно указать, какой метод должен использоваться в качестве входной точки, задав при вызове компоновщика сборок параметр командной строки main. Приведем пример вызова all.exe с этим параметром csc t модули app.cs all all out app.exe t.exe main program.main app.net модули. Первая строка компонует app.cs в модуль, а вторая генерирует небольшой PE-файл app.exe с таблицами метаданных манифеста. В нем также находится небольшая глобальная функция, сгенерированная all.exe благодаря параметру main app.main. Эта функция entry point содержит следующий ил-код. Тут программа main, тут app main. Непонятно, деташек. Метод privatScore scope static void entry point psd.dd managed entry point code size max tag 8 ill tail call red void модуль program net модуль program main. Вот он. Все-таки program main. Видимо. End of method global function entry point. Как видите, этот код просто вызывает метод main, содержащий в типе program, который определен в файле app.net модуля. Параметр main, указанный при вызове all.exe, здесь не слишком полезен, так как вряд ли вы когда-либо будете создавать приложение, у которого точка входа расположена не в PE-файле с таблицей метаданных манифеста. Здесь этот параметр упомянут лишь для того, чтобы вы знали о его существовании. В программном коде для данной книги имеется файл ch023build-multi-file-library.bat, в котором инкапсулирован последовательные все шаги, показывающие, как создать многофайловую сборку. Этот файл ch024app-using-multi-file-library-project в Visual Studio выполняет данный файл на этапе предварительной сборки. Вы можете изучить этот пример, чтобы понять, как интегрировать многофайловую сборку из Visual Studio. Включение в сборку файлов ресурсов. Если сборка создается при помощи all.exe, параметр mdet-resource позволяет добавить в сборку файлы ресурсов. Файлы в формате, отличном от PE. Параметр принимает любой файл и включает его содержимое в результирующий PE-файл. Таблица манифест ресурс dev манифесте обновляется, отображая наличие нового ресурса. Утилита all.exe поддерживает также параметр linkResource, который принимает файл с ресурсами. Однако параметр только обновляет таблицы манифеста. Манифест ресурс dev и файл dev с сведениями о ресурсе и о том, в каком файле сборки он находится,
Сам файл с ресурсами не внедряется в PE-файл сборки, а хранится отдельно и подлежит упаковке и развертыванию вместе с остальными файлами сборки. Подобно out.exe, csc.exe позволяет объединить ресурсы со сборкой, генерируемой компилятором C-Sharp. Параметр ресурс компилятора C-Sharp включает указанный файл с ресурсами в результирующем PE-файл. Результирующий PE-файл сборки и обновляет таблицу manifest resource dev. Параметр компилятора link resource добавляет в таблицу manifest resource dev и файл dev записи со ссылкой на отдельный файл с ресурсами. И последнее. В сборку можно включить стандартные ресурсы Win32. Это легко сделать, указав при вызове alt.exe или csc.exe путь к res файлу и параметр win32res. Кроме того, можно легко включить стандартный ресурс значка win32 файл сборки, указав при вызове alt.exe или csc.exe путь к iso файлу и параметр win32icon. Visual Studio файл ресурсов добавляет в сборку на вкладке application в диалоговом окне свойств проекта. Обычно значки включают, чтобы проводник Windows Explorer мог отображать значок для управляемого и исполняемого файла. Примечание. В файлах управляемой сборки содержится также файл манифеста Win32. По умолчанию компилятор C-Sharp автоматически создает файл манифеста, однако ему можно запретить это делать при помощи параметра nowwin32manifest. Программный код манифеста, генерируемого компилятором C-Sharp, по умолчанию выглядит следующим образом. Создание, инициализация массива string, XML version, Unicode, encoding, standalone, yes, assembly XML, nice, myapplication.pp trust info xmlns orne shims microsoft.com ism security requested privileges xmlsn orne shims microsoft.com ism version 3 request execution level ic in poker UE access files requested privileges security trust info assembly. Ресурсы со сведениями о версии сборки. Когда утилита alt.exe или csc.exe генерирует сборку в виде PE файла, она также включает в этот файл стандартную Win32 версию. Пользователи могут увидеть версию, просматривая свойства файла. Для получения этой информации из программы служит статический метод getVersionInfo, тип systemDiagnostics.fileVersionInfo. На рисунке 24 показана вкладка Details диалогу окна свойства файла jfftypes.dll. При компоновке сборки следует задавать значение полей версии в исходном тексте программы с помощью специализированных атрибутов, применяемых на уровне сборки. Вот как выглядит код, генерирующий информацию о версии, показанной на рисунке 2.4. Супер картинка. Copyright. Винтеллект 2010. Короче, details. Вот Jeff Types is a registered. Using system reflection. Задать значение поля file description. Assembly, title, Jeff Types DLL. Вот Jeff Types DLL. Ну и так далее, видимо. Знать значение поля comments, assembly directives, assembly contains Jeff Types. Задать значение поля company name, assembly company, vintellect, задать значение поля product name, ну и так далее.
Внимание! К сожалению, в диалоговом окне свойств проводника Windows отсутствуют поля для некоторых атрибутов. В частности, было бы замечательно, если бы был отображен атрибут Assembly Version, потому что среда CLR использует значение этого атрибута при загрузке сборки. Об этом рассказано в главе 3. Таблица 2.4 перечислены поля ресурса со сведениями о версии и соответствующие им атрибуты, определяемые пользователем. Если сборка компонуется утилитой alt.exe сведения версии, можно задать, применяя параметры командной строки вместо атрибутов. Во втором столбце таблицы 2.4 показаны параметры командной строки для каждого поля ресурса со сведениями о версии. Обратите внимание на отсутствие аналогичных параметров у компилятора C#, поэтому сведения о версии обычно задают, применяя специализированные атрибуты. File version, product version, file if logs mask. Параметр Alexa переписан, тут их нету. Атрибут комментарий. System function assembly. LT, target задается равно FFT, app, если задан параметр target exe, win.exe при наличии параметра target library приравняется FFT DLL. Subtype new всегда задается равно FFT 2, unknown, это поле не имеет значения для FFT, app и FFT DLL. Assembly version, version, system, reflection, assembly version, attribute, comments, component name, file description, null name, задается равным заданному имени выходного файла, без расширения. Ну, так далее. Special build. Внимание! При создании нового проекта C# Visual Studio файл assembly.info.cs генерируется автоматически. Он содержит все атрибуты сборки, описанные в этом разделе, а также несколько дополнительных, о них речь идет в главе 3. Можно просто открыть файл assembly.info.cs и изменить относящиеся к конкретной сборке сведения. Visual Studio также предоставляет диалоговое окно для редактирования информации о версии сборки, которая представлена на рисунке 2.5. Вот так. Номера версии. Ранее было показано, что сборка может идентифицироваться по номеру версии. У частей этого номера одинаковый формат. Каждая состоит из 4 частей, разделенных точками. Старший номер, младший номер, номер компоновки, номер редакции. В таблице 2.5 показан пример номера версии 2.5.719.2. Первые две цифры составляют то, что обычно понимают под номером версии. Пользователи будут считать номером версии 2.5. Третье число 719 указывает номер компоновки. Если в нашей компании сборка компонуется каждый день, увеличивать этот номер надо ежедневно. Последнее число 2 – номер редакции сборки. Если в компании сборка компонуется дважды в день, скажем, после исправления критической и обязательной к нему к немедленному исправлению ошибки, тормозившую всю работу над проектом, надо номер редакции.
Такая схема нумерации версий принята в компании Microsoft, и я настоятельно рекомендую ее следовать. В следующих версиях CLF предполагается обеспечить более совершенную поддержку механизма загрузки новых версий сборок и отката к предыдущим версиям сборки, если новая несовместима с имеющимся приложением. В рамках механизма поддержки версии среда CLR будет ожидать, что у версии сборки, в которой установлены определенные неполадки, будут те же старший и младший номер версии, а номер компоновки и редакции будут указываться на служебную версию Servicing Version с исправлениями. При загрузке сборки CLR будет автоматически искать самую последнюю служебную версию с теми же старшим и младшим номерами версии нужной сборки. Со сборкой ассоциированы три номера версии. Это очень неудачное решение стало источником серьезной путаницы. Попробую объяснить, для чего нужно каждый из этих номеров и как его правильно использовать. Assembly File Version – это номер версии, хранится в ресурсе версии Win32 и предназначен лишь для информации. CLR его полностью игнорирует. Обычно устанавливает старший и младший номер версии, определяющий отображаемый номер версии. Далее при каждой компоновке увеличивает номер компоновки и редакции. В идеале инструмент от компании Microsoft, например, CSC-EXE и ALT.exe, должен автоматически обновлять номера компоновки и редакции в зависимости от даты и времени на момент компоновки. Но этого не происходит, этот номер версии отображается проводником Windows и служит для определения точного времени компоновки сборки. Assembly Information Version – этот номер версии также хранится в ресурсе версии Win32 и, как и предыдущий, предназначен лишь для информации. Для CLR он абсолютно безразличен. Этот номер служит для указания версии продукта, в который входит сборка. Например, продукт версии 2.0 может состоять из нескольких сборок. Одна из них может отмечаться как версия 1.0, если это новая сборка, не выходившая в комплект поставки продукта версии 1.0. Обычно отображаемый номер версии форматируется при помощи старшего и младшего номера версии. Затем номера компоновки и редакции увеличивают при каждом упаковке всех сборок готового продукта. Assembly Version. Этот номер версии хранится в манифесте в таблице метаданных Assembly Dev. CLR использует этот номер версии для привязки к сборкам, имеющим строгие имена. О них рассказано в главе 3. Этот номер версии чрезвычайно важен и уникально идентифицирует сборку. Начиная разработку сборки, следует задать старший и младший номер версии, а также номер компоновки и редакции. Не меняйте их, пока не будете готовы начать работу над следующей версии сборки, пригодной для развертывания. При создании сборки, ссылающейся на другую, этот номер версии включается в нее в виде записи таблицы Assembly Ref. Это значит, что сборка жестко привязана к конкретной версии. Региональные стандарты. Помимо номера версии сборки, идентифицируют региональные стандартами. Например, одна сборка может быть исключительно на немецком языке, другая на швейцарском варианте немецкого, третья на американском, английском и т.д. Региональные стандарты идентифицируются строкой, содержащей основной и вспомогательные теги, как описано в RFC 1766. Несколько примеров приведено в таблице 2.6. Немецкий, австрийский, немецкий, швейцарский, немецкий, английский, ГБ, ЕС, понятно. В общем случае, сборкам с кодом не
назначают региональные стандарты, так как код обычно не содержит зависящих от них встроенных параметров. Сборку, для которой не определен региональный стандарт, называют сборкой с нейтральными региональными стандартами. Culture Neutral. При создании приложения, ресурсы которого привязаны к региональным стандартам, компания Microsoft настоятельно рекомендует объединять программные ресурсы и ресурсы приложения по умолчанию в одной сборке и не назначать ей региональных стандартов при компоновке. Другие сборки будут ссылаться на нее при создании и работе с типами, которые она представляет для общего доступа. После этого можно создать одну или несколько отдельных сборок, содержащих только ресурсы, зависящие от региональных стандартов и никогда программного кода. Сборки, помеченные для применения в определенных региональных стандартах, называют сопутствующими. Satellite Assemblies. Региональные стандарты, назначенные такой сборке, в точности отражают региональные стандарты, размещенного вне ресурса. Следует создавать отдельные сборки для каждого регионального стандарта, который планируется поддерживать. Обычно сопутствующие сборки компонуются при помощи утилиты alt.exe. Не стоит использовать для этого компилятор, ведь в сопутствующей сборке не должно быть программного кода. Применяя утилиту alt.exe, можно задать желаемые региональные стандарты параметром C, культура, двоеточие, текст, где текст – это строка, например, yen-us, представляющая американский вариант английского языка. При развертывании сопутствующей сборки следует помещать под каталог, имя которого совпадает с текстовой строкой, идентифицирующей региональные стандарты. Например, если базовым каталогом приложения является c.myapp, сопутствующая сборка для американского варианта английского языка должна быть в каталоге c.myapp.us. Во время выполнения доступ к ресурсам сопутствующей сборки осуществляется через класс System Resources Resource Manager. Примечание. Хотя это не рекомендуется, можно создавать сопутствующие сборки с программным кодом. При желании вместо параметра culture утилиты alt.exe региональный стандарт можно указать в атрибуте system.reflection.assemblyculture, определяемым пользователем, например, следующим образом. Назначить для сборки региональные стандарты Swiss German. Assembly Culture D-CH. Лучше не создавать сборки, ссылающиеся на сопутствующие сборки. Другими словами, все записи таблицы Assembly Ref должны ссылаться на сборки с нейтральными региональными стандартами. Если необходимо получить доступ к типам или членам, расположенным в сопутствующей сборке, следует воспользоваться методом отражения. Смотри главу 23. Развертывание простых приложений, закрытое развертывание сборок. Ранее в этой главе было показано, как компоновать модули и объединять их в сборки. Теперь можно приступить к изложению того, как упаковывать и развертывать сборки, чтобы пользователь мог работать с приложением. Особых средств для упаковки сборки не требуется. Легче всего упаковать набор сборок, просто скопировав все их файлы. Например, можно поместить все файлы сборки на компакт-диск и передать их пользователю вместе с программой установки, написанной в виде пакетного файла. Такая программа просто копирует файлы с компакт-диска в каталог на жестком диске пользователя. Поскольку сборка включает все ссылки и типы, определяющие ее работу, ему достаточно запустить приложение. А CLR найдет в каталоге приложения все сборки, на которые ссылается данная сборка. Так что для работы приложения не нужно модифицировать реестр, а чтобы удалить приложение, достаточно просто удалить его файлы и все. Конечно, можно применять для упаковки и установки сборок другие механизмы, например,
SAP-файлы. Они обычно используются в сценариях загрузка из интернета для сжатия файлов и сокращения времени загрузки. Можно также упаковать файлы сборки в MSI-файл, предназначенный для службы установщика Windows, Windows Installer, msiexec.exe. MSI позволяет установить сборку по требованию при первой попытке. CLR ее загрузит. Эта функция не нова для службы MSI, она также поддерживает аналогичную функцию для неуправляемых .exe и .dll файлов. Примечание. Пакетный файл или подобная простая установочная программа скопирует приложение на машину пользователя. Однако для создания ярлыков на рабочем столе в меню «Пуск» и на панели быстрого запуска понадобится программа посложнее. Кроме того, скопировать, восстановить или переместить приложение с одной машины на другую легко, но ссылки и ярлыки потребуют специального обращения. Естественно, в Visual Studio есть встроенные механизмы, которые можно задействовать для публикации приложений. Это делается на вкладке Publish, странице свойств проекта. Можно использовать ее, чтобы заставить Visual Studio создать MSI-файл и скопировать его на веб-сайт, FTP-сайт или в заданную папку на диске. MSI-файл также может установить все необходимые компоненты, такие как .NET Framework или Microsoft SQL Server 2005 Expression Edition. Наконец, приложение может автоматически проверять наличие обновлений и устанавливать их на пользовательской машине посредством технологии Click Once. Сборки, развертываемые в том же каталоге, что и приложение, называют сборками с закрытым развертыванием Privately Deployed Assemblies, так как файлы сборки не используются совместно с другими приложениями, если только другие приложения не развертывают в том же каталоге. Сборки с закрытым развертыванием – серьезное преимущество для разработчиков, конечных пользователей и администраторов, поскольку достаточно скопировать такие сборки в базовый каталог приложения, и CLR сможет загрузить и исполнить содержащийся в них код. Кроме того, легко удалить приложение, просто удалив сборки из его каталога. Также легко создавать резервные копии подобных сборок и восстанавливать их. Несложный сценарий установки перемещения удаления приложения стал возможным благодаря наличию в каждой сборке метаданных. Метаданные указывают, какую сборку, на которую они ссылаются, нужно загрузить. Для этого не нужны параметры реестра. Кроме того, область видимости сборки охватывает все типы. Это значит, что приложение всегда привязывается именно к тому типу, с которым оно было скомпоновано и протестировано. CLR не может загрузить другую сборку просто потому, что она предоставляет тип с тем же именем. Этим CLR отличается от COM, где типы регистрируются в системном реестре, что делает их доступными любому приложению, работающему на машине. В главе 3 рассказано о развертывании совместно используемых сборок до доступных нескольким приложениям. Простое средство администрирования. Конфигурационный файл. Пользователи и администраторы лучше всех могут определять разные аспекты работы приложения. Например, администратор может решить переместить файлы сборки на жесткий диск пользователя или заменить данные в манифесте сборки. Есть и другие сценарии управления версиями и удаленного администрирования, о некоторых из них рассказано в главе 3. Для того, чтобы представить администратору контроль над приложением, можно разместить в каталоге приложения конфигурационный файл. Его может создать и упаковать издатель приложения, после чего программа установки запишет конфигурационный файл в базовый каталог приложения. Кроме того, администратор или конечный пользователь машины может сам создать и модифицировать этот файл. CLR интерпретирует его содержимое для изменения политики поиска и загрузки файлов сборки. Конфигурационный файл содержит XML-теги и могут быть ассоциированы с приложением или с компьютером. Использование отдельного файла вместо параметров, хранимых в реестре, пользователь
позволяет легко создать резервную копию файла. Администратору без труда копировать файлы с машины на машину. Достаточно скопировать нужные файлы. В результате будет также скопирована административная политика. В главе 3 такой конфигурационный файл рассматривается подробно. Пока вкратце обсудим его. Допустим, издатель хочет развернуть приложение вместе с файлом сборки JFTypes, но в отдельном каталоге. Желаемая структура каталога с файлами выглядит следующим образом. Каталог app.dir содержит файл сборки приложения app.exe, app.exe.config, обсуждается ниже. Подкаталог aux-files содержит файл сборки jftypes, jftypes.wlf, fat.net-модуль, rat.net-модуль. Поскольку файл сборки jftypes более не находится в базовом каталоге, приложение CLR не сможет найти и загрузить их, и при запуске приложения будет сгенерирован исключение system.io файл not found exception. Чтобы избежать этого, издатель создает конфигурационный файл в формате XML и размещает его в базовом каталоге приложения. Имя этого файла должно совпадать с именем главного файла сборки и иметь расширение config. В данном случае app.exe.config содержимое этого конфигурационного файла должно выглядеть примерно следующим образом. Configuration, runtime, assembly, binding, smlns, orn, shames, microsoft.com, sm1v1, smv1, prodding, private path, aux files, assembly, binding, runtime, configuration. Пытаясь найти файл сборки, CLR всегда сначала ищет в каталоге приложения, и если поиск заканчивается неудачно, продолжает искать в подкаталоге aux files. В атрибуте private path элемента, направляющего поиск, можно указать несколько путей, разделенных точкой с запятой. Считается, что все пути заданы относительно базового каталога приложения. Идея здесь в том, что приложение может управлять своим каталогом и его подкаталогами, но не может управлять другими каталогами. Алгоритм поиска файлов сборки. В поиске сборки среда CLR просматривает несколько подкаталогов. Порядок при поиске сборки с нейтральными региональными стандартами таков. При условии, что параметры first private path и second private path определены в атрибуте private path конфигурационного файла. appdir as name dll, appdir as name, as name. В общем, прописаны все пути. Да, as name dll. В этом примере конфигурационный файл вовсе не понадобится, если файл сборки jftypes развернут в подкаталоге jftypes, так как CLR автоматически проверяет подкаталог, имя которого совпадает с именем искомой сборки. Если ни в одном из упомянутых каталогов сборки не найден, CLR начинает поиск заново, но теперь ищет файл с расширением exe вместо dll. Если и на этот раз поиск оканчивается неудачей, генерируется исключение файл not found exception. В отношении сопутствующих сборок действуют те же правила поиска за одним исключением. Ожидается, что сборка находится и в подкаталоге базового каталога приложения, имя которого совпадает с названием региональных стандартов. Например, если для файла asm.name.dll назначен региональный стандарт EN-US, порядок просмотра каталога таков: cappdir EN-US asm.name dll, либо asm.name, дробь asm.name dll, ну и так далее, там first private path, second private path, ну видите сами. Как видите, CLR ищет файлы с расширением exe или dll, поскольку поиск может занимать значительное время, особенно когда CLR пытается найти файл в сети. В конфигурационном XML файле можно указать один или несколько элементов региональных стандартов, чтобы ограничить круг проверяемых каталогов при поиске сопутствующих сборок. Имя и расположение конфигурационного XML файла может различаться в зависимости от типа приложения. Для
исполняемых приложений EXE конфигурационный файл должен располагаться в базовом каталоге приложения. У него должно быть то же имя, что и у EXE файла, но с расширением config. Для приложения sp.net WebForm конфигурационный файл всегда должен находиться в виртуальном корневом каталоге веб-приложения и называться web.config. Кроме того, в каждом вложенном каталоге может быть собственный файл web.config с унаследованными параметрами конфигурации. Например, веб-приложение, расположенное по адресу http www.vintellect.com тренинг, будет использовать параметры из файла web.config, расположенных в виртуальном корневом каталоге и в подкаталоге тренинг. Как уже было сказано, параметры конфигурации применяют к конкретному приложению и конкретному компьютеру. При установке платформы .NET Framework создает файл machine.config. Существует по одному файлу machine.config на каждую версию среды CLR, установленную на данной машине. Файл machine.config расположен в следующем каталоге: systemroot, microsoft.net, framework, версия, config. Естественно, systemroot – это каталог, в котором установлена система Windows, обычно C Windows. А версия номер версии, идентифицирующий определенную версию платформы .NET Framework, например, v4.0. Параметры файла machine.config заменяют параметры конфигурационного файла конкретного приложения. Администраторам и пользователям следует избегать модификации файла machine.config, поскольку в нем хранятся многие параметры, связанные с самыми разными аспектами работы системы, что серьезно затрудняет ориентацию в его содержимом. Кроме того, требуется резервное копирование и восстановление конфигурационных параметров при приложения, что возможно лишь при использовании конфигурационных файлов, специфичных для приложения.